Удача и случайность. В науке порой важнее усердия и усидчивости. Липучки. Путешествуя по горам, швейцарский инженер Джордж Мистраль заметил репейник, который прицепился к его штанам и шерсти его собаки. При более детальном осмотре он увидел, что крючки репейника цеплялись ко всему, что имело форму петли. Так появилась застежка типа липучка. Самым заметным пользователем липучек в 60-х стала НАСА, использовавшая их в костюмах космонавтов и для того, чтобы закрепить предметы в невесомости. Микроволновка. Порой для научного открытия достаточно легкой закуски. Американский инженер Перси Спенсер однажды, проходя мимо магнетрона, вакуумной трубы, излучающей микроволны, заметил, что шоколад в его кармане растаял. В 40-х годах, после серии экспериментов, в том числе и со взрывающимся яйцом, Спенсер изобрел первую микроволновую печь. Тефлон. Ученый Рой Планкетт работал над тем, как сделать холодильники более пригодными для дома и заменить использующееся тогда охлаждающее вещество. После того, как он открыл контейнер с одним из рабочих образцов, Планкетт обнаружил, что газ внутри испарился, оставив после себя странное скользкое подобие канифоли, которое было устойчиво к высоким температурам. Материал идеально подошел для антипригарной посуды. Пенициллин. Открытие пенициллина спасло миллионы жизней. Всего лишь история о грязной посуде. Шотландский биолог Александр Флеминг решил прервать исследование стафилококка в лаборатории и взял месячный отпуск. По приезду он обнаружил странную плесень на оставленной посуде с бактериями. Плесень, которая убила все бактерии. Кока-кола. Джон Пембертон хотел изобрести нормальное лекарство от головных болей. Будучи фармацевтом по профессии, он использовал два ингредиента – листья коки и орех кола. Когда его лаборант случайно смешал их с газированной водой, мир увидел первую кока-колу. К сожалению, Пембертон умер до того, как его микстура стала одним из самых популярных напитков на Земле.